Трагедия в Орске всколыхнула все Оренбуржье. Там в инфекционной больнице умерла 7-летняя девочка. Родители во всем винят врачей, утверждая, люди в белых халатах проявили преступное равнодушие. Со слов мамы малышки, дочка попала в больницу перед выходными, а уже в воскресенье ее не стало. Хронологию последних дней жизни ребенка восстанавливали наши корреспонденты. Она встала у нас полшестого, у нее температура была 39,2. Она уже сильно плакала, что у нее болит грудная клетка. Дала ей лекарство от температуры, а потом вызвала скорую. Пятница, 3 марта, стал для семьи Едевич черным днем. Буквально на глазах угасал их долгожданный ребенок, 7-летняя Полина. Скорая приехала, она мне говорит, что горло у нее немножко красное, брызгайте, обрабатывайте. Я не вижу смысла вести вас в больницу. Женщина в отчаянии повезла ребенка в поликлинику. Полине становилось все хуже. Заметив сильную одышку, медсестра экстренно отправила девочку в инфекционное отделение. Но и там сохраняли спокойствие. Он сказал, что ничего страшного нет, но как бы я советую вам оставить ее, потому что ларингит, мало ли что, понаблюдать до понедельника. Я стала проситься, говорю, положите меня с ней. Он мне говорит, ребенку вашему сколько лет? Я говорю, 7. Он говорит, что вы хотите, она у вас уже взрослая, большая. В субботу у девочки пропал голос. Из последних сил она позвонила маме и прошептала. Врач приходил, она говорит, нет, ко мне никто не приходил, приходила только медсестра. Ты кушала? Она говорит, нет, я не кушала, я не хочу кушать. Бездействие врачей 5-й городской больницы поражались и мамы других детей, которые лежали в одной палате с Полиной. К ней ни разу не пришел доктор, он ее не слушал, не осматривал и не делали рентген ей. Но уже утром в воскресенье Полина не смогла выйти на связь. Родителям сообщили, что девочки не стало. Предположительная смерть оторвался тромб. Она вся в пятнах была. Губы у нее все, когда ее температура. Ее наштукатурили, напудрили, губы накрасили. Там она вся красная. Официальная причина смерти – двусторонняя пневмония. Руководство 5-й городской больницы от встречи отказалось, дав сухой письменный ответ. Мы разбираемся с этим вопросом. История находится на экспертизе. Патологоанатомы работают с заключением, смотрят гистологию. Мы занимаемся этим вопросом. Полина всегда хотела стать врачом, но теперь это несбыточная мечта. Мы в субботу, когда были, она нам в окошко смотрит, вот так нам помахала, и все, вот это мы ее последние минуты видели. Александр Ефанов при содействии Орск.ру «Наше время». И как стало известно сегодня, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками. В рамках расследования уголовного дела назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти малолетней девочки, а также эксперты должны дать оценку действиям, бездействиям конкретных медицинских работников, должностных лиц, которые выставляли диагноз, правильность выставления диагноза, правильность назначения лечения.